Здравствуйте, мои дорогие друзья, я Александр Пичуев, и сегодня авторский ритуал, простой очень обряд. Это из африканской деревенской магии, то есть, по сути, вуду Ифа, шаманизм Ифа, системе Ифа, как говорится. Но он подойдет любому человеку, как решить мужскую проблему, в принципе, убрать магическую потенцию, убрать половые привязки мужские, если были сделаны, как человеку самому снять. Да, то есть убрать. Это был придуман мой ритуал для клиента, авторский, хорошо себя показал. В течение нескольких дней у него это убралось и снялось без последствий. Что нам понадобится? Нам понадобится чашечка воды обычная и уксус 70%. Естественно, нам понадобится яйцо обычное сырое, на котором мы наносим икумей, ирусумей, да? Ну, это гематическая система, наносим, можно фломастер нанести, макну, допустим, в чернила, или в спирт, или в алкоголь даже. Вот. Когда вы нанесли, вы делаете следующее. Вы проламываете данное, как говорится, яйцо сверху и выпиваете. То есть тот человек, который хочет снять с себя мужчина, да, он должен выпить это яйцо. Потом вы произносите 7 раз своими словами «Иросо мэй» – «Исцели мужскую силу, верни». Все, 7 раз сказали. Потом вы скорлупу просто кидаете в воду и туда добавляете немного уксуса. Все, пускай оно там постоит где-нибудь на окне, допустим, да? Потом вы просто это выкидываете или в унитаз, или куда-то еще. Ну, естественно, скорлупу можете, как говорится, мусорку отнести, как вам удобно. Все, в течение где-то нескольких дней у вас будет сходить это влияние. Ничего сложного нету. Всем удачи, успехов, с вами был Александр Чув. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, задавайте вопросы, кому что непонятно. Удачи!